Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 мая наконец-то пришел вот этот долгожданный дождь и понижение температуры. Хотя дождем, конечно, это сложно назвать. Ну так, ну чуть-чуть, но хотя бы прибило пыль. Но я ждала не столько дождя, сколько вот такой прохладной температуры, чтобы немного передохнуть. И в такую погоду есть прекрасная возможность спокойно поработать в теплице, можно целый день там посынковать, подвязывать, потому что, вы понимаете, при 30 градусах в теплице все эти работы очень усложнены, а вставать каждый день в 5-6 утра тоже, ну, с 6 я до 8 работаю, немного чего успеваю, наступает жара. Вот, сегодня как раз все теплицы обработаю, можно будет сделать опрыскивание там или какие-то обработки, обо всем буду рассказывать. Сейчас у нас всего 14 градусов, хотя уже 10, по-моему, 9-10. Ночью была такая же температура, 13. Короче, как ночью, так и днем. Вот нам дадут небесные силы несколько дней передышки, сегодня, завтра 20, и там еще один день, а дальше опять наступит жара. Конечно, полива от такого дождя никакого нет, придется капельный полив включать через несколько дней, но хотя бы прохладно, хотя бы просто вздохнуть от этой жары. Одна зрительница, увидев вот этот лук Суворова во вчерашнем моем утреннем видео, написала: «Ой, а я думала, это коронавирус». А действительно, мне даже в голову не приходило, но сегодня, подойдя к нему, я посмотрела, действительно, на схемах по телевизору показывают вот именно вот так вот коронавирус. Очень похоже. Сегодня как раз благодаря прохладной погоде буду считать все томаты, которые я высадила. Отдельный видеоролик расскажу, покажу, где сколько насадила, потому что многих это интересует. Видите, вот там уже веревочки появились у меня. Сейчас подойду поближе. Вот те самые самодельные крючки, на которые мы прицепляем веревки. Они еще, правда, в таком расслабленном режиме. И вот как раз сегодня, еще раз повторюсь, прекрасная возможность поработать в теплице. Можно будет закрепить все эти веревки, развешать последние крючки с веревками. Все подвязать, закрутить. Если бы было жарко, здесь не очень хорошо в теплице днем работать, хоть она и проветривается. Вот сегодня фронт работ еще больше увеличился, чем жаркие дни. Растения прямо оживились, хоть землю не смочило, но зато видите капельки дождя на листиках, и мне кажется, они вздохнули тоже полной грудью, так же как и мы. Иногда прохлада тоже нужна. Но зато хочу обрадовать тех, у кого было холодно. Раз наша жара куда-то делась, снизилась температура, значит, она к кому-то из вас сейчас улетела. У кого-то сегодня, завтра, послезавтра будет очень тепло, потепление. Ждите наше тепло. Сегодня, скорее всего, буду снимать видео про огурцы, потому что они, видите, какие огромные уже выросли. Я их буду сегодня обрабатывать и попутно буду все снимать. И у вас сегодня предоставится прекрасная возможность, чтобы, как бы сказать, мы сравним. И еще раз я вам, как в своем видео, дам подтверждение, что все схемы обработок, первых подкормок и всего, всех действий после высадки у нас могут быть разные. И это зависит не только там от наших условий выращивания, но и от погодных условий. Я сейчас посмотрела видео прошлого года за 17 мая, ну, за этот же период, где я сидела в свитере, в теплом, в двух кофтах теплых, и говорила, что первая обработка у меня будет это эпином, как антистрессом, чтобы помочь растениям после заморозков пережить. И огурчики стояли с цветками, ну, маленькие-маленькие, такие крошечные, с небольшими листиками. И какая разница в этом году? Смотрите, те же самые огурцы, той же, ну как, того же срока высадки и посевов, они стоят толстые, жирные, у них огромные листья. Ни о каком эпине тут не может быть и речи. Первая обработка уже будет у меня от болезней и от вредителей, потому что у них и так все хорошо, не нужна им никакая помощь,
не нужен им никакой антистресс. И вот видите, как все по-разному. В прошлом году было так, я сидела тепло одетая и говорила, что нужно им помочь, там дать им витаминков немножко, дать им опинчику. А в этом году я буду сидеть и говорить, какие витаминки, у них и так все хорошо, какие опинчики. Нужно уже теперь их уберегать, как бы на них, на таких жирных и красивых, насекомые не наскочили и не съели их. Ну все, до свидания, на этом закончу. Лучше я сниму несколько лишних видеороликов, разобью по темам. Про обработку томатов, про обработку огурцов расскажу. И просили еще про капельный полив. Тоже постараюсь рассказать.